Hey, yo, здравствуйте, с вами Максим Мадзе, и сегодня у нас обзор, такой вот обзорчик на игру GTA San Andreas Криминальная Россия. Короче говоря, San Andreas переехал в Россию. Это я играю не за CJ, это я в названии просто поменял, чтобы интересно было посмотреть вам. И короче говоря, это модификация на GTA San Andreas, где действие, которое происходит в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, город Южный. Тут... Тихо, гаишник, куда ты летишь-то? Так вот, вышла она, я не помню когда, это последняя версия бета 3.1. Выпускался также мультиплеер к этой игре. Ну и еще самое прикольное, это Redmir. Выпустили вот реально классный мультиплеер, прям симулятор жизни просто, а не GTA. Там на работу можно устроиться, деньги там зарабатывать, машину покупать уже по правилам. Правила дорожного движения надо соблюдать, санкции там всякие. Мы обязательно в это тоже поиграем. Ну, конечно, было бы неплохо напарника найти, потому что одному играть в Redmir сервера как-то совсем не интересно. Ну ладно, сегодня у нас будет классический обзор на вот эту вот игру. В школе меня вот просили, кстати, поснимать GTA San Andreas дальше, но это мы тоже сделаем, я еще сам поснимать планирую, сам мультиплеер сам. Это тоже неплохо, но, конечно, с напарником играть было бы, конечно, интереснее. Ладно, давайте погуляем по городу, посмотрим, кого мы тут видим. Это тут у нас, это у нас Сэдди, этот Тони Версади, главный герой GTA Vice City. Тут находится это и его клоны. И тут русские машины. Вот тут две девятки проехали. Еще одна девятка. О, возьму-ка я эту девятку. Обожаю. Девятку красного цвета. То, что у меня... У нас, моей семьи была девятка. До, с 2004 по 2011 год мы ездили на девятке. Спутник. И девятка была красная. И вот поэтому я и люблю девятку. Сейчас с 2011 года у нас Hyundai Solaris. Тип кузова седан. Мне, честно скажу, Solaris нравится меньше, чем девятка. Мне девятка больше нравится, серьезно прям говорю. Давайте-ка припаркуемся тут немного. И посмотрим, вот тут, блин, тут пыль, плохо видно. Тут можно видеть, разглядеть. Изнутри даже вон там проработали. Эту GTA San Andreas Криминальная Россия я называю просто Криминальная Россия, как первая часть. Вторую часть я называю та же Криминальная Россия, что вышла для GTA 4. Да, для GTA 4 еще вышла модификация Криминальная Россия. Там она поприкольнее. Там, конечно, местность не такая большая, как здесь, но графончик там лучше. Физика лучше и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Зданий там есть много тех же принесли, но тут... Давайте, короче, прогуляемся по городу, посмотрим, что тут есть вообще. Ну вот, знаки дорожные у нас тут. Типа, въезд запрещен, но нам на это пофигу. Что? Что? В смысле, я заехал и все, что ли, сразу? Нифига себе, я даже не знал, что мне за это 5 звезд дадут. Так, ну... Оторваться мне от полицейских никак не получится уже. С 5 звездами. Отстреливать, и ладно уже. Ну, господи. В GTA 4 Криминальная Россия за въезд вот на это место не было такого. Так, это... Типа... Такая клиника у нас тут находится. Но в нее, к сожалению, нельзя войти. Тут у нас дома, как реально в настоящем городе. Нахимовский ПРТ-31-4. Что это за сутулый дебил?
Странный какой-то он. Город тут маленький, конечно, совсем. Население, я думаю, в нем маленькое. Какое тут население? Тут около 100 человек, наверное, всего живет. Ну, наверное, больше, конечно, чем 100. Ну, с реальной вот Нижним Новгородом, конечно же, это не сравнить. Нижний Новгород — это один из городов-миллионников. Не знаю, как нашего персонажа зовут, у него какой-то красная рожа. Так, это какой-то москвич или, блин, ЗАЗ 1102 Тавари. Или Таврия, господи, я не успел прочитать. На восьмерку похоже, но по-другому немного. Нет. Ездит она медленнее, чем девятка, мне кажется. Тут полицейские вот на таких мотоциклах есть. Тут еще 99-й он есть. Так, вот это клуб. Если к нему подъехать, заиграет музыка. Тут даже номерной знак есть у машин. О, 1809 ПО. О, музыка играет, слышите? Я к той стрелке подходить не буду, потому что игра вылетает из последовательности. Нифига себе, я диван толкаю. Ой-ой-ой, тут стреляют, заразы. Надо удирать от них. О, девятка. Девятку возьму. Блин, тут полицейский, нахуй. Блин, тут полицейский. Ты, зараза, уехал. В общем, вот тут реально дома, вот тут переезд. Давайте-ка украдем этот фургон. Пошел вон, сквозь сиденье. Упал. ЕРАЗ 762. Ой, блин, зараза, колесо прострелил. Стекло пробил. Тут еще вот, тут еще всякие здания, тут... Почта написано там. Туда тоже заходить не будем, потому что вылетит нафиг. Тут еще вот ИШ какой-то, что ли. Я не очень сильно разбираюсь в этих машинах. Тут есть автобусы, пазики всякие, но это не паз. Заправка. Что это за заправка? Функ. Давайте прокатимся. Тут можно заходить в некоторые здания, но таких зданий не очень-то много. Тут помимо города есть еще некоторые. О, газелька. Помимо города еще тут есть всякие места. Достопримечательности. Задел бы ее сейчас. В розыск объявили бы сразу. Так, вот тут какой-то склад. Прямо по курсу он был. Он и в GTA 4 Криминальная Россия был. В отдельном ролике. Посмотрим тоже. О, выпал из машины, зараза, кто-то. Фургон, блин. Так, Митсубиси тут у нас. Автобусы. Вот таксишные фургоны тут. О, вот это дома, вот реально как в России. Вот детские площадки, вот это все. Давайте туда заглянем. Может, там элементы как на наших площадках в основном. Ну, похоже, да. Ну, дома вот реально похожи. Я живу в девятиэтажном доме вот таком.
Ну, не совсем в таком, похож очень. Интересно, а мы туда залезть не можем? Нет. О, буханка едет. О, еще одна. Тут есть еще деревни всякие, можно туда съездить. Главная дорога у нас тут. Знак. Продырявили колесо. Скотина. Не едет. Москвич 2140. Так, ну этот автомобиль взорвется сейчас, наверное. Ерас. На все гораст. Так, тут тоннели всякие. В общем, сделано так себе, но в Радмире на сервере там вообще офигенно. По сей день там еще играют два знаменитых блогера по играм. Алекс Позитив и Олег Брейн. На третьем сервере Радмира они играют там в Криминальную Россию по сей день. С мая 2017 по 2018 какой-то там месяц, не помню. И вот в 2019 они решили вернуться в Криминальную Россию по сей день. Записывают ролики по ней. Я тоже буду играть на третьем сервере. Не только из-за того, что там играют Олег Брейн и Алекс Позитив, но и из-за того, что этот сервер самый популярный, кстати. Правда, туда днем, по моему времени, утром даже, можно нормально зайти, потому что в другом времени у меня просто... Там просто все места заняты, туда не попадешь, на этот сервер. Там максимум до 1000 человек вмещается. И больше туда не поместится. Сегодня только утром смог зайти на этот Радмир. Три. Так, мы выехали. Куда-то. Я фиг знаю пока куда. Но мы пока за город, судя по всему. Нет, это город Южный до сих пор. Давайте тогда... О, там Ашан, давайте туда съездим. Так, тут знак. 90 километров ограничения. Так, надо, чтобы мост опустился. Зачем его вообще поднимать и опускать, я не знаю. О, опускается, давай. Ой-ой-ой, скатывается. Вон там деревня. Там деревня. Давайте туда съездим. Тихо, куда, зараза. Но мы в Ашан заходить не будем, потому что это Ашан ужаса, скорее. Если мы туда войдем, то мы из него не выберемся уже. Там темнотища странная. И там гроза будет уже на улицу, если выйдешь. Капец, короче, все будет. И тут видно, типа, вход, и там, типа... И там туда, типа, можно дальше пройти. Там люди, типа, ходят, скриншот. Удар по ценам, удар по ценам, удар по ценам. Зашибись, да? Москвич, 2140. Давайте проедемся туда, к этой деревеньке. Поселок какой-то даже, а не деревня, потому что для деревни этого мало. Деревни должно быть больше домов. Ну да, ну домики выглядят как в реальной жизни прям. Как в реальной России. Да, у нас в городе тоже такие домики есть. Также похоже выглядит. Не, реально хорошо сделали.
Давайте туда съедим, господи, что это за пыль? Это я пыль такой понял, я же... Горели. Конец. Горели. Смотрим, что у нас там находится. Ну... Это что, лес, что ли, все, что ли? Ничего больше тут нет. Нет, что-то тут есть. Тут какая-то дорога есть. Давайте по лесу прокатимся, что тут поделать. Столбы, как в реальной жизни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, что-то заносит как меня. О, там еще какой-то поселок. Короче говоря, поселков тут немало. Церковь какая-то тут. Сколько прочные могилы, что выдерживают даже удар автомобиля. Так, а это что такое? Что у нас тут? Не, реально прям хорошо прям сделали, как в реальной жизни прям. Как в реальной России. Мельница. Будки. Электробудки. Тут дом даже не достроен. Обалдеть, это школа? Посмотрим, давайте. Школа номер один. Наши, у нас в Новосибирске есть школа номер один. В ней учатся Роговичи. В ней учится один мой заклятый враг, девочка. Не будем про это говорить. О, машины появились наконец-то. Ну-ка, давайте-ка сделаем кофе. Рекламные щиты тут всякие. О, буханочка. Бабамс, буханочка. Давайте давайте поврезаемся, взорвем нашу машину. С ней уже и так дымок и валит. И бумс. О, медленно уже совсем едет. Да ладно, давайте не будем уже. Просто обстреляем. А, нет, у меня оружия нет с собой. Ой, дым уже черный ли... валит. Все не едет. Видимо, взорвется сейчас. Давайте добьем ее. Бежим, 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 бежим нафиг. А хотя ладно, нам надо сдохнуть. Я забыл же вам показать еще кое-что. О, больница. Другая больница. Я вам забыл показать подъезд. О, это четырка патрульная. Где мы, кстати, были? Карта. Так это сколько нам ехать до туда еще получается? No way!
Ладно, я не знаю, где-то подъезд уже. А, ладно, давайте я загружу просто игру. На фоне загрузки, кстати, часто играет вот эта вот мелодия. Туру, 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 туру. Короче, надо вот к подъезду подойти, и мы войдем. Типа, поднимаемся, вот тут щитки, дверь в квартире, и тут лифты, как во многих домах. Если подняться выше, то мы попадем на крышу. Вот так вот. Ну и если мы с нее спрыгнем, мы, соответственно, умрем. Ладно. Давайте на этом закончим, пожалуй. Вот так вот мы побегали, поугарали немного. И конкурсный сегодняшний вопрос. На каком автомобиле я ехал дольше всего? И варианты ответа. Москвич 2140, ВАЗ 2109 или и фургон ЕРАЗ. Забыл его. Модель. Пишите варианты ответа в комментариях, мы их обязательно проверим. Ну что ж, на этом пока все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Тут какой-то свет непонятный. Я не настаиваю. Сейчас посмотрим, что это за... А, это фонари. Всем пока. С вами был Максим Мады. My life, asshole. Take this guy out.